Ритм жизни сегодня диктуется часами и календарями. Впрочем, в этом нет ничего нового. На протяжении всей известной нам истории человек стремился найти возможность упорядочить и контролировать течение времени. К примеру, существование календаря можно проследить тысячи лет тому назад в таких древних цивилизациях, как Египет и Китай. Я Петр Кулаков. Приветствую вас в нашей второй программе из цикла «День седьмой». Отсчет месяцев и годов, безусловно, имеет свою необходимую функцию. Однако именно недельный цикл несет наибольшую нагрузку. В иудеохристианской традиции неделя отражает 7 дней библейского творения. 7 дней, увенчанные священным днем творения. Обратите внимание на то, что сказал папа Иоанн Павел II в своем апостольском послании в 1998 году, озаглавленном «Dies Domini». Суббота была истолкована как определяющий элемент священной архитектуры времени. Она напоминает, что Вселенная и история принадлежат Богу. Ссылка Иоанна Павла II на священную архитектуру времени – поддерживает библейское утверждение о том, что семидневный недельный цикл был замыслен для нас нашим Творцом. Этим неделя отличается от всех других единиц времени. Давайте подумаем о структуре времени. Ваше и мое ощущение времени различны. Для того, чтобы согласовать нашу деятельность, мы должны обладать внешними точками отсчета. Большую часть того, что нам необходимо для отслеживания времени, мы получили при творении. Библейское повествование определяет сутки как период тьмы и света, вечера и утра. Это вызвано вращением Земли вокруг своей оси. Более точные единицы времени – часы, минуты и секунды – это просто дробные части суток. Здесь все понятно. Год – это период, требуемый Земле для обращения по своей орбите вокруг Солнца. Месяц, как мы понимаем это сегодня, основывается на полном цикле лунных фаз. Но мы подкорректировали их так, чтобы получить 12 месяцев в году. Неделя – это уже совсем иная история. На первый взгляд, это произвольный период времени, не связанный ни с каким природным явлением. Самое раннее упоминание о неделе можно обнаружить в литературе и археологии древних семитских народов, которые населяли Юго-Западную Азию до 2000 года до Рождества Христова. Повсеместное принятие семидневной недели в течение тысяч лет истории – это дополнительное доказательство того, что недельный цикл имеет божественное происхождение. Но если неделя, описываемая в книге «Бытие», пережила тысячи лет с момента первоначальной недели творения, почему настолько же успешно не сохранилось признание Творца? Книга «Бытие» описывает духовное падение человеческой расы. Прочитав «Бытие» 6 главу 5 стих, вы увидите, что Библия говорит о том, что мысли человека были зло во всякое время. Поэтому Бог решил очистить этот мир, наслав на него потоп. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом». Несмотря на это драматическое проявление божественной силы, повлекшее уничтожение человечества, отвергшего его пути, люди вскоре снова забыли о нем. Вместо поклонения Богу они стали создавать для поклонения идолов,
А вся идея недельного цикла, который указывал на 6 дней труда и субботу, была утрачена. И тогда люди поместили недельный цикл в астрологические таблицы, вместо того, чтобы помнить Боготворение. Около 2000 лет до Рождества Христова в халдейском городе Ур жил человек, на родство с которым претендуют все три величайшие монотеистические религии мира – иудаизм, христианство и ислам, как на своего основателя. В библейском рассказе Авраам, позже названный Авраамом, ключевая фигура в божественном плане по привлечению к себе человеческих сердец и возрождению познания Творца. Религия Авраама резко отличалась от примитивного идолопоклонства и суеверных верований его соседей. Он поклонялся Творцу, трансцендентному, невидимому Богу, чья мудрость и сила проявилась в самом факте существования этого мира. Его убеждения были основаны на вере, а не на внешних культовых предметах. Он имел непосредственные отношения со своим Создателем. Согласно ветхозаветному повествованию, Бог-творец открыл принципы своих отношений с человеческой расой в 10 заповедях, выгравированных на каменных скрижалях. Эти заповеди были вверены потомкам Авраама, израильтянам, как благословение, которым нужно было поделиться со всеми народами мира. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Это самая длинная заповедь из 10. Она уникальна, потому что содержит утверждение верховной власти Бога, провозглашает личность законодателя и устанавливает его авторитет как Творца, которому по праву служит его творение. Заповедь о соблюдении субботы указывает на близкие отношения между Богом и творением. Она показывает, что Бог не только творит, не только дает начало всему существующему, физическому миру, природе и всему, что наполняет их. Но она также показывает, что Создатель поддерживает близкие отношения с творением и делает шаг назад, чтобы остановиться и окинуть взглядом все творение таким, каким оно было сотворено. Он радуется и любит то, что сотворил. В 5-й книге Библии, Второзаконии, мы находим повторение 10 заповедей. На этот раз значение субботы обогащается связью с избавлением Израиля из египетского рабства. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Мы участвуем в Божьем искуплении так же, как и народ израильский участвовал в Божьем искуплении, потому что Бог освободил нас от тяжких оков. Итак, Он освободил древних израильтян из Египта от их притеснителя фараона. В действительности Бог освобождает и нас от порабощающей власти сатаны и от уничтожающего нас греха. Сегодня люди имеют величайшую нужду в обретении святилища во времени, а именно такое святилище представляет собой суббота. Мы чересчур отягощены и управляемы материальным миром и нашим собственным воспроизводством материальных благ. Суббота же становится освобождением от всего этого. Она освобождает от рабства предметов, технологии, экономики, от всего, что заставляет нас безумно производить все больше и больше. Поскольку 7-й день недели, суббота, обладает таким богатым содержанием и является частью 10 заповедей, почему же он не соблюдается в наши дни большинством? Хороший вопрос.
особенно в дополнение к широко распространенному сегодня взгляду, что 10 заповедей применимы не только к народу Израиля, но и ко всей человеческой семье. Существует закон природы, согласно которому необходимо отделять определенную часть времени для поклонения Богу. Он сохранен в Его Слове посредством несомненной, нравственной и вечной заповеди, относящейся ко всем людям на протяжении всех веков. Бог определил конкретный день, один из 7 для субботнего покоя, чтобы его свято чтили пред Ним. Суббота была обязательной в Едеме, и с тех пор она всегда оставалась в силе. 4-я заповедь начинается со слова «помни», показывая, что суббота уже существовала до того, как Бог написал свой закон на каменных скрижалях на горе Синай. Как же могут люди заявлять, что с этой заповедью покончено, признавая, тем не менее, что все остальные 9 все еще обязательны для исполнения? Суббота была сотворена для человека, не для евреев, но для всего человечества. Заповедь о субботе являет нам Творца, который желает обрести место в сердцах и жизни всех своих детей. Давид, великий царь Израиля, понимал это и учил свой народ распространять знания о Боге Творце по всему миру. «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, и да скажут в народах: Господь царствует». Библия ясно утверждает, что желанием Создателя было привлечь всю человеческую семью к истинной религии, истинному поклонению, чтобы все могли получить благословение, которое Он собирался излить на Израиль. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою. И обрадую их в моем доме молитвы, всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Нетрудно представить значение субботы в вопросах восстановления и укрепления отношений между Богом-Творцом и Его земными детьми. Их преданность субботнему дню, их поклонение и хвала за Его творческую силу должны были связать их с Богом узами любви и благодарности. Если бы они продолжали свое искреннее соблюдение субботы, они никогда не забыли бы Его. «Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я – Господь, освящающий их». Для тех, кто почитал Божественную субботу, этот день обрел глубокую личную значимость. День покоя и поклонения был возможностью познать Творца, пообещавшего сделать их своим святым народом. Но история свидетельствует, что многие израильтяне – не воспользовались этой возможностью. Многие пророки, как, например, Исаия, говорят о том, что суббота была в забытии и пренебрежении. Неемия также указывает на то, что у народа Божьего с этим были значительные проблемы. Однако главная причина состояла в том, что люди перестали считаться с господством Бога. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, и субботы мои нарушали». Суббота – символ уникальных отношений Израиля с Богом. Как бы сердцевина системы поклонения, ориентированной на Бога Творца, была обесчещена. Наконец, пророк Иеремия провозгласил результат отступления Израиля. «Представьте себе пророка Иеремию, проповедующего на улицах Древнего Иерусалима. Это не была приятная весть. Он предупреждал народ о том, что их город будет разрушен, храм уничтожен, а их самих на 70 лет уведут в плен Вавилон, где они будут рабами царя Вавилонского. Но никто не слушал его». Около 605 года до Рождества Христова войска царя Навуходоносора, царя Новой Вавилонской империи, несколько раз вторгались на землю израильтян. В конце концов, его армия разрушила их столицу, Иерусалим, и забрала большинство ее обитателей в плен. Некоторые пленники были уведены в Вавилон, другие рассеяны по огромной империи.
И теперь, вдали от своей родины, вдали от всего, что было им дорого, многие иудеи начали осознавать, что они совершили ужасную ошибку. Многие из них стали понимать, что им следует вернуться к Богу своих отцов и образу поклонения своих предков. Многие талантливые и способные иудеи заняли высокие должности в чужих странах. Например, Даниил стал премьер-министром Вавилонской империи, а когда ее сменила Медоперсия, он занял там место первого президента. Именно Даниил привел Дария Медянина к принятию Бога Небесного. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно». Существуют свидетельства, позволяющие предположить, что религия плененного народа стала настолько известной, что оказала влияние на философские и религиозные движения последующих столетий. Будда, Заратустра, Конфуций, Пифагор, по-видимому, заимствовали элементы религии евреев. Например, хотя в современном буддизме не существует священных дней, все же суббота или упасадха была частью этой религии в ее ранние дни. Благословенный Будда установил правила соблюдения субботы. Он предложил, чтобы во время собраний в седьмой день каждый монах, чья совесть отягощает его, исповедал свой грех пред собранием братьев. Артур Ллойд в своей книге «Вера половины Японии» заявляет, что монашеский орден соблюдал субботу в течение многих веков. Даже Конфуций в одном из своих классических трудов сообщает о седьмом дне, субботе, как о дне покоя. Он пишет: «Древние цари в этот главный день закрывали ворота своих городов, купцы не отправлялись в путь, а князья не проверяли свои владения». Частичное знание о еженедельной субботе в конце концов проникло во многие культуры мира. В еврейском языке названия дней недели показывают их привязанность к субботе. Первый день называется «Эхад бе-шаббат», сопровождающий или последующий за субботой. Каждый последующий день продвигается навстречу субботе до шестого дня, который называется «канун святой субботы». День седьмой, соответственно, суббота. В более чем 100 древних и современных языках седьмой день недельного цикла называется «суббота» или эквивалентно. Итак, находясь в плену, некоторые иудеи преуспели в том, в чем весь народ израильский потерпел неудачу во времена мира и благоденствия. Они распространяли знания о Боге и Его законе среди других народов. Но что случится, когда эти пленники возвратятся на свою родину? Сумеют ли они возродить поклонение истинному Богу? Или возвратятся к практике предыдущих поколений? Ответ мы находим в истории Неемии. Неемия не вернулся в Иерусалим вместе с другими. Но когда один из переселенцев вернулся, рассказывая о состоянии дел, то это настолько опечалило Неемию, что он сел и заплакал. Наконец, пророк решил отправиться в Иерусалим, чтобы на месте узнать, чем он может там помочь. Неемия был одаренным и энергичным лидером. Он успешно руководил восстановлением города Иерусалима, но на этом он не остановился. Он был ревностным реформатором, испытывающим желание возродить духовную жизнь своего народа. Поскольку он считал, что нарушение заповеди о субботе стало причиной пленения, он особо посвятил себя утверждению в сознании своего народа святости этого дня. Неемия обнаружил, что народ занимался куплей и продажей в субботний день. Однако, сказал он, мы не можем этого делать, ведь именно поэтому мы были пленены. А когда купцы все же продолжали пребывать в этот день, он приказал на субботу закрывать городские ворота. Тогда купцы стали располагаться лагерем у ворот города. Неемия в ответ стал угрожать им арестом. Священник по имени Ездра помогал Неемии в его труде.
Он оказывал сильное влияние на духовную жизнь иудеев того времени. Ездра учил народ Божьему закону и вел его к духовному возрождению и реформации, основанной на вдохновенном Писании. Люди объединились в торжественной клятве повиноваться заповедям, данным Богом через Моисея. Они пообещали не осквернять субботу своими коммерческими делами. Они настолько тщательно и последовательно соблюдали святой день, что соблюдение субботы стало отличительным признаком их народа. В период между Ветхим Заветом и началом истории Иисуса Христа в Новом Завете на Ближнем Востоке происходили постоянные политические волнения. Войска Александра Македонского разбили Персидскую империю. Через некоторое время умер и сам Александр, а его империя развалилась на соперничающие государства. В конце концов, Палестина вместе с Сирией оказались под господством династии Селевкидов. Царь Антиох IV был особенно известен своим неприятием религии иудеев. Его войска захватили храм в Иерусалиме и установили систему языческого поклонения в его дворах. Иосиф Флавий, известный иудейский летописец и историк, говорит нам, что Антиох попытался искоренить все видимые свидетельства духовной культуры иудеев. Итак, он послал в Иерусалим своих эмиссаров, провозглашая: «Жертвенник Иеговы должен быть разрушен, поклонение по субботам должно быть прекращено». Но это привело к тому, что иудеи объединились и ушли в пустыню, и скрылись в пещере, которая могла вместить около 1000 восставших. Тогда же царским слугам донесли, что некоторые люди, нарушившие указ царя, ушли в потаенное место в пустыне. За ними был послан большой отряд, и, догнав их, осадили их, и стали воевать с ними в день субботний, и сказали они им: «Выйдите и будете жить». Но они сказали им: «Мы не выйдем и не исполним царского указа, не оскверним день субботний». И они подожгли их в пещере, поскольку те не желали выйти из-за почитания субботы, даже во время таких испытаний. Итак, около 1000 мужей с женами и детьми задохнулись от дыма и умерли в этих пещерах. Мученическая смерть этих иудейских патриотов в дни Антиоха IV стала величайшим свидетельством силы их убеждений. Их Бог и его суббота для них значили больше, чем сама жизнь. Их самопожертвование стало победой веры. Ветхий Завет, поддерживаемый свидетельством истории, языка и культуры, устанавливает субботу как священный памятник творческой и искупительной работы Бога. Он провозглашает, что суббота – это знамение близких взаимоотношений между Создателем и всеми поклоняющимися Ему в этот день покоя. Он связывает сердца людей с сердцем их Творца. Сегодня для многих иудеев и христиан она все еще остается центральным пунктом духовной жизни и поклонения. До сего дня она остается определяющим элементом священной архитектуры времени. Ранние христиане приняли соблюдение субботы как часть их духовного наследия. Учение Христа и его апостолов обогатило и возвеличило важность соблюдения субботы. Но к этой теме мы обратимся в третьей части нашего цикла «День седьмой».